Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня хочу вам показать свои косметические новинки от марки Organic Zone. Есть продукты, которые я уже повторила, потому что они мне очень сильно понравились, и я захотела повторить снова. И я говорю это о маске для лица. Вот такая масочка с лифтинг-эффектом, омолаживающая. На самом деле для меня это питательная маска, которая хорошо питает, увлажняет, я не знаю, даже пробуждает, наверное, кожу. Мне она безумно нравится, я очень люблю ее использовать по утрам, и кожа становится такая гладкая, ровная, упругая, напитанная, даже отлично увлажняет, на мой взгляд. Это потрясающая маска, которая мне очень нравится. Омолаживающая маска с лифтинг-эффектом 50 мл. Вот так вот она выглядит. Она слегка подсыхает на коже, но ее очень хорошо можно смыть. И, как я уже сказала, придает такой потрясающий эффект питания кожи. Содержит цветочную воду лаванды, красную глину, масло зародышей пшеницы, абрикосовые косточки, масло какао, масло подсолнечника, глицерин. В общем, очень много всего, гель алоэ в том числе. В общем, очень хороший у нее состав и действительно очень хорошее действие. И так как мне очень понравилась эта масочка, я решила попробовать еще одну такую же для нормальной кожи, освежающую маску. Вот так вот она выглядит, такая серенькая. И эта маска, она действительно, такое ощущение, что содержит немножечко ментола, и она действительно освежает цвет лица. То есть делать ее опять же с утра. Я очень люблю подобные маски. Мне она тоже очень понравилась. Маска для лица для нормальной кожи, освежающая. Я не знаю, подойдет ли она для комбинированной кожи. Мне кажется, скорее, наверное, нет. Для комбинированной жирной кожи есть там другая масочка. Можете ее посмотреть. Также содержит 50 мл. Содержит в себе цветочную воду розмарина, голубую глину, масло абрикосовой косточки, глицерин, экстракт череды, воск авокадо, экстракт мать мачехи, алоэ вера, в том числе витамин Е, много всяких полезных ингредиентов для нашей кожи. Действительно, по ощущению, так кажется, как будто там немножечко есть ментола, потому что такой легкий освежающий эффект есть и очень хорошо выравнивает цвет лица, придает такую гладкость кожи. Я считаю, что вот эти две маски очень и очень достойны, так что с огромным удовольствием вам советую и считаю, что они прям потрясающие, особенно их натуральный состав очень-очень радует. Следующее средство — это для ванны у меня уже будет идти. Это вот такая морская соль, индонезийский кокос с натуральным маслом кокоса. Я ее еще, честно говоря, не пробовала, но аромат у нее просто потрясающий. Пахнет таким не то чтобы даже кокосом, но таким вот прям вкусным кокосом. Я не знаю, как Рафаэлка, наверное. Я думаю, что набрать ванну вот с такой солью. Я вообще очень люблю морскую соль, любую абсолютно. Я достаточно, ну, не то чтобы часто, но все-таки ее приобретаю. Я добавляю соль, морскую соль не только в ванну, но и каким-то скрабом. Особенно очень хорошо для тех девочек, у которых есть какие-то высыпания на теле. Морская соль отлично с этим справляется и мне очень нравится. Морская соль для ванны, индонезийский кокос с натуральным индонезийским маслом кокоса. Это соль Мертвого моря с витамином Е. Кто любит аромат кокоса, очень советую попробовать. Следующее средство — это соляной скраб для тела, который мне очень сильно нравится. Он достаточно густой, и его он такой жесткий, то есть это не пилинг, это скраб, но я люблю подобные вещи, потому что отшелушивает кожу просто на ура, и она становится гладкая, нежная, отшлифованная. Я люблю подобные средства. Для того, чтобы его использовать, он был не такой сильно жесткий, я беру небольшое количество, растираю между ладоней и потом уже наношу на кожу и сильно не нажимаю. То есть я, ну, как бы
слегка массирую и при этом отлично отшелушивает кожу, хорошо ее увлажняет. На самом деле после этого скраба даже можно не наносить никакое ни масло, никакой бальзам и так далее, потому что он отлично справляется со своей задачей и хорошо очень увлажняет кожу. Соляной скраб для тела с красным грейпфруктом. Он очень густой, его необходимо совсем немножечко для того, чтобы проскрабировать всю кожу тела. Содержит в себе морскую соль, растительный глицерин, масло ши, масло какао, масло подсолнечника, воск авокадо, витамин Е, депантенол, ароматическую композицию. Аромат у него тоже очень вкусный. Такой действительно, ну, очень похож на грейпфрукт, такой горьковатый, немножко сладковатый даже. Очень хороший, имеет такие достаточно жесткие скрабирующие частички. Еще раз повторюсь, если вы не любите подобное, можно растереть между руками, соль немножечко растворится и потом уже нанести на тело. Но мне очень понравился результат от этого скраба. Кожа действительно такая гладкая и отполированная. Я любитель всяких масел для тела, поэтому различных масел сбитых, там каких-то и тому подобное. Поэтому я взяла твердое масло баттер, кокосовое, вот такое вот. Кокосовое масло для тела. Оно такое достаточно твердое. Я его набираю и наношу на влажную кожу. Это твердое масло баттер, которое содержит масло кокоса, масло ши, масло пальмы, масло оливы, масло виноградной косточки, масло абрикосовой косточки, воск авокадо, воск кандалийский, ароматическую композицию. Очень вкусно пахнет, хорошо распределяется, не оставляет жирной пленки. Очень хорошее, на мой взгляд, классное масло. Девочки, это настолько вкусное масло. Боже мой, я хочу такой десерт. Я серьезно вам говорю. Это, я не знаю, по аромату. О, боже мой, по аромату это вот, я не знаю, кокос в шоколаде, наверное, что-то наподобие того. Очень вкусно. На самом деле, когда я его нюхаю, у меня даже слюнки текут. Настолько вкусно он пахнет. Подобное масло я наношу всегда на влажную кожу. Вообще любые масла я всегда наношу на влажную кожу. И тогда они хорошо впитываются, не оставляют пленку. И они тогда более экономичные. Мне это очень нравится. И ну, вот это масло, оно, кстати, тоже очень хорошо питает, увлажняет кожу. Особенно люблю использовать после этого скраба, когда вылезаю из ванны на такую влажную кожу, наношу. И просто потрясающий аромат, который, конечно же, к утру выветривается, не оставляет никакой пленки и не оставляет никаких следов на постели, на постельном белье. То есть, ну, оно просто потрясающе пахнет, напоминает мне реально вот какой-то кокос в шоколаде и с чем-то еще очень вкусное. За один только аромат я, не знаю, влюбилась в это маслице. Оно действительно очень-очень классное. И последний продукт, который я вам хочу показать, это крем для тела антицеллюлитный. Очень такой, он не жжет, по крайней мере мне, то есть не жжет, не охлаждает, но очень хорошо в комплексе с массажем, а также в комплексе с любым скрабом, в том числе вот этим, очень хорошо, вы знаете, выравнивает, выглаживает кожу на проблемных местах. Я буду дальше продолжать им пользоваться. Я думаю, что эффект будет, ну, такой потрясающий, потому что я использовала два раза, и со второго раза я увидела больше результат. То есть, мне кажется, имеет такое достаточно накопительное свойство в комплексе с массажем. То есть, я делаю массаж. Можно делать его руками, можно делать каким-то массажером. Я очень люблю либо массажером, либо вот этой щеткой для сухого массажа, потом наносить вот этот крем. И, ну, кожа просто очень гладкая, такая напитанная, упругая. Мне это очень нравится. Я люблю подобные средства. Я использую на бедра, ягодицы и живот, бока. И кожа такая прям гладенькая-гладенькая с утра. Мне очень понравилось тоже это средство. Антицеллюлитный крем для тела. Имеет такую достаточно жиденькую консистенцию, но
при этом очень хорошо впитывается, много его тоже не нужно, достаточно экономичный у него расход. Содержит цветочную воду лаванды, масло кокоса, масло ши, масло какао, масло подсолнечника, масло абрикосовых косточек, глицерин, воск авокадо, растительный глицерин, гель алоэ вера, аллантоин, депантенол, кофеин, экстракт гуараны. В общем, много всяких полезных веществ. Кожа после него действительно становится очень гладкая, напитанная и увлажненная. Так что вот такой вот у меня был небольшой заказ. Ссылочки все я, как всегда, оставлю внизу в инфобоксе. Я надеюсь, вам понравилось такое видео, оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую, до новых встреч!